Чувашский хмель участвует в национальном конкурсе «Вкусы России». Это растение для чувашского народа имеет символическое значение. Изображение хмельной лозы с шишками присутствует на гербах Чувашской республики, столицы и Козловского района. Хмель – это образ традиционного богатства чувашского народа. Ведь наша земля издревле славилась хмелеводством. В каждом доме готовили пиво по своему уникальному рецепту и считали его целительным напитком. Чувашский хмель экспортируется в Азербайджан, Казахстан и Киргизию. Среди импортеров – предприятия фармацевтической промышленности и производители пива. Проголосовать можно до 7 октября на сайте конкурса «Вкусы России».